Привет, вы на канале Грибник Бай. Хочу познакомить вас еще с одним своим хобби, которое я освоил буквально совсем недавно. А это поиск рогов. Посмотрите, какой красавец. Сейчас у нас ноябрь, конец ноября 2023. И вот такой красавец. Посмотрите, какой обалденный свежий лосиный рог на 5 суков. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такая пятерка. Обалденнейшая свежий рог. Начали лоси сбрасывать рога. Начинается у них сброс рогов с середины ноября. И зная некоторые контрольные точки, их локации массового скопления дикого зверя, приехал навестить, и мне улыбнулась удача. Посмотрите, какой красавец. Вот такой обалденный рог. Не знаю, поскольку за прошлый сезон я нашел всего лишь, может, десяток рогов. Это за пару месяцев, то, не знаю, может быть, скомбинирую ролик из нескольких своих походов. Вот, ну, поэтому, ребята, с открытием нас вот такого замечательного сезона по сбору рогов. Супер. Резко переносимся в февраль. Представьте, 2 месяца я был в активном поиске рогов, но мне, к сожалению, ничего не попалось. Единственный попался один большущий рог на 6 суков, но, к сожалению, камеры тогда у меня с собой не было, чтобы заснять. И вот сейчас у нас первая неделя февраля, снег немного в Минской области сошел. И вот обнаружил, смотрите, как рухнула большая осина, которая полностью погрызана. Вот так. Ее облюбовали лоси, и рядом с этой осиной лежит вот такой небольшой лосиный рожок на 30. Смотрите, какой. Да, рожок небольшой, вот такой красавчик, но приятно. Представляете, 2 месяца, я не знаю, сколько сот километров прошел, настолько я был под впечатлением от находки первого рога в ноябре, и сейчас аж только в феврале продолжение, как говорится, следует. Очень много у нас выпало в этом году снега, он то выпадал, то таял. Вот, и сейчас очередная, скажем так, была небольшая оттепель, которая позволила мне зайти в лес, потому что зайти было невозможно. Вот, и вот такой кусочек, листочка, отправляется к нам в копилку. Ну, а мы будем продолжать. Сменил лиственный лес на хвойный, а точнее, это болото. В этом болоте растет клюква. И посмотрите, что внизу лежит, прям под стволом сгнившей сосны. Посмотрите, какой красавчик, а? Также троечка, издали увидел, по розеточке. Розетка — это вот эта белая окантовочка, называется розетка. Давайте вынимать. Опа, кстати, смотрите, клюква еще. Вон, клюква. Ох, ну давайте вынимать. Опа, 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 опа. Вот такая троечка. Ух, смотрите, какой поболее, чем тот. Также 3 отростка, но, как мы можем видеть, они значительно отличаются по размеру. Ух, вот такая красотища. Ребята, безумно, безмерно рад, когда я нахожу рога. Вот они какие. Супер. Не знаю, меня переполняют эмоции. Казалось бы, сбор рогов, но для меня это приносит вообще немыслимое, немыслимое удовольствие. Похожу здесь, возможно, в этой местности люди не ходили, и мне удастся, возможно, добрать пару. Вот, это у нас левый рог, поищем правый. Забрался на выруб, который порос уже довольно взрослыми деревьями, и посмотрите, кто лежит впереди. Посмотрите, какая пятерочка. Да, рог старый. Но в чем парадокс, ребята? Это парный рог от лося, точнее от рога, который я нашел в прошлом году. Это у нас получается правый рог, а левый рог я нашел в прошлом году, ровно год назад, представляете? То есть спустя год я сумел добрать пару. Вот такой красивый масявый рог, весу килограмма под 4. Такой, ух, довольно тяжелый. И что самое интересное, расстояние между двумя рогами более 2 километров. То есть рог, который сбросил лось, я не знаю, какой из первых этот, либо тот, который я нашел в прошлом году, то есть расстояние более 2 километров. Вот, то есть найти парами очень-очень сложно. Вот, ну я очень рад. Ух ты, ну масяв. Смотрите, какой красивый такой, на вытянутую руку все держу. Даже не влазит в кадр. Вот такая махина. Обалденный рог. И очень хорошо, что мне удалось добрать до пары.
А сейчас пришло время показать вам тяжелую артиллерию. Смотрите. Посмотрите, какой красавец. Я его уже поднимал. Радовался, прыгал от счастья. Посмотрите, какой громадный оленей рог. Февраль. На всю вытянутую руку держу. Нет, не хватает. Смотрите, какой красавец. Вот это красавец, а? Вот, февраль. Начали сбрасывать. Посмотрите, какой. Корона на 4. Два громадных отростка. И вот маленький 7 на 7. По весу, ребят, скажу так, ну, более 4 килограммов однозначно. 4,5 где-то. Ну, очень масявый, очень большой рог. Супер. Не знаю, похожу, конечно же, посмотрю до пары. Фу, руки-ноги трясутся. Вот поэтому ради таких моментов в зимний период я и тысячи людей по всему миру ходят, собирают рога от диких животных. Вот, это просто что-то с чем-то. Сегодня фортуна явно на нашей стороне. Мое внимание привлекла вот, опять же, упавшая осина, которая у нас погрызана. Рядом с ней, смотрите, лежал лось. Вот его Лешка. Вот он здесь покушал, отдохнул, повернулся и бэм! И сбросил вот такую четверочку. Посмотрите, какая красивая. Фу, свеженькая. Кстати, что еще хотел обратить внимание, точнее, на что хотел обратить внимание. Экватор февраля, и рог лежит на снегу. То есть он сбросил ни в ноябре, ни в декабре, ни в январе, а, видимо, доносил рог до февраля. Потому что первый рог я нашел в ноябре 26-го, а сейчас у нас экватор февраля. Вот, поэтому период сброса рогов у лося может занимать с ноября по февраль включительно. Тоже, кстати, его волоски, вот такая щетина. Вот, ну а мы забираем вот такой рожок и пойдем дальше. Ребят, такие эмоции, просто каждому такое желаю. Сменил локацию и посмотрите, какой контраст. Если в смешанном лесу у нас еще снега будь здоров, то в лиственном его практически нет. И смотрите, очередной монстр, очередной монстрический рог, свежий. Лежал на поле, скажу сразу, это не в лесу-то, я шел вдоль поля, и он в грязи лежал, и я его достал, плюс там еще ветер был. Короче, одним словом, опа, вот эта машина. Немного, совсем немножко поменьше, чем тот. Вот, но тоже очень большущий. Видите, экватор февраля, и он начинает сбрасывать олень рога. Как правило, самые взрослые быки начинают сброс самыми первыми. Смотрите, какой массивный, громадный рог. Одной рукой поднять это довольно сложно. Вес тоже также 4+. Вот такой красавец. Вот этот штык сантиметров под 35, под 40. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Конечно, 2024 год дарит мне незабываемые эмоции по поискам рогов. Я таких еще никогда не собирал. Вот. Нужно, конечно, все-таки иметь долю везения для того, чтобы находить вот такие трофеи. Это что-то с чем-то. Со схода снега с полей появляется первая зеленка, и олени и лоси выходят сюда на кормежку. Ночью не выходят и оставляют вот такие сюрпризы очередные. Смотрите, какой красавец, какой масявый рог. Ух ты, красавчик, да? Корона у него, смотрите, какая. Правда, немного деформирована. Видимо, обломал один отросток, но вот очередной такой массивный, красивый рог. Вот. Давайте посмотрим, какая у него розетка. Розетка – это основание того, к чему прикрепляется к голове. Вот видите, она у него еще кровь запеклась. То есть, ну, сбросил буквально пару-тройку дней назад, а может и сегодня ночью, как вариант. Вот. И я безумно, безмерно рад вот такой очередной находке. Видите, посреди поля, ну не посреди поля, прям с него, с краю, мы наблюдаем вот такого красавца, который отправляется к нам в копилку. А в самом лесу местами еще снега очень много. И привлекли мое внимание следы лося. Вот они уже немного подтаяли. И смотрите, что лежит.
А это у нас пятерочка. Правда, какая-то неполноценная. Вот у нас три основных больших штыка и два маленьких. Скорее всего, он их обломал. Но сам факт, сам факт. Поваленная, погрызанная осина. Смотрите. Опа-на. Вот это мощь. Вот это рожина. И, как я понимаю, сбросил он буквально либо вчера, либо сегодня ночью. Кровь еще свежая. Но объем данного рога реально зашкаливает. Смотрите, какой красавец. Туман. Очень классная погода. Тепло, сыро, туманно. И вот такие подарки. Супер. Забрел на один участок леса. Посмотрите, ребят, какие затесы. Мне даже страшно подумать, какого масштаба здесь орудовала банда оленей, которые от этого периметра не оставили просто ничего. Куда ни глянь, они везде и повсюду. Вот что происходит, когда оленям чешутся рога, и они пытаются от них избавиться. Гляньте, какого размера деревья на затесах. Не маленькие, не тоненькие. Ну, вы знаете, ничего удивительного, если вот такого размера рога, и олень пытается от них избавиться. Вот что получается от леса, от елей. Вот. Вдаль там вообще просто, не знаю, все и вся почесано, повалено. Вот, посмотрите, какие затесы. Вот они ночью явно сюда выходят и чешут рога. Ну, реально жутковато. Лес еще такой, знаете, дремучий, я бы сказал. Вот, ну. Вот такие красивые, но жуткие места. Если честно, вот на этой вырубке я уже был раз 5. Это только я. И очень много людей также бывает помимо меня. И смотрите, вот прямо вот на открытом месте. Прямо на открытом месте. Давайте посмотрим. Прошлогодний рог. Лося. Вот это розетка. Посмотрите, какое основание. Опа-на! И по весу тоже. Большущая четверка. Так, давайте я достану. Положу ее здесь. Опа! Ну-ка давай. Даже не помещается в кадр. Посмотрите, какая громадная. Хоть и 4 отростка, но это очень большой рог, очень тяжелый. И, конечно, вот это основание в руку я обхватить не могу. Вот такой громадный рог лося. Побегаю здесь сейчас еще посмотрю. Потому что, как вариант, может быть, лежать еще. Так, ребят, издали увидел очередную красоту. Но объясню, почему немного расстроен. И расстроен я нормально. Смотрите, какой громадный рог прошлогодний. Но гляньте, как его погрызли. Просто погрызли его напрочь. Какая у него красивая корона. Большущая корона. И смотрите, как все погрызано. Огрызли его. Но все равно громадный рог. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот такой большущий, красивый. Обалденный. Свежих пока больше не встречается. Пока что везет на прошлогоднее. Сегодня у нас 1 марта. Первый день весны. И вот такой громадный рог. Да, немножко деформирован, но обалденная находочка, которая также к нам отправляется в копилку. Вот такой красавец. Минимально выглянуло солнышко. Плюс 12 показывает. 1 марта плюс 12. А у нас очередной рожок. Также прошлогодний и также немного подгрызан. Смотрите, лосиная пятерочка. Вот видите, каких мыши любуют. Мыши, лисы, не знаю кто. Что самое интересное, эту вырубку окашивали. Смотрите, то есть вся вырубка скашивалась в 23-м году. И как не заметили рог, я просто не знаю. Вот такие подарки пропускают даже лесники. Ну а мы заберем. Впервые в моей практике поиска рогов мне попадается рожок косули. Вот молодого козлика, ну может не молодого, может взрослого козлика. Вот такой маленький рожок. Сколько хожу, сколько наблюдаю, их прям сотни выбегают на поля и с рожками, но мне почему-то не удавалось никогда найти вот такой рожок. Да, маленький, да, небольшенький, но зато очень приятный
и Пермы. Взрослый лес, снега в нем как и не бывало. И смотрите, кто впереди. Солнышко встает. И вот он под лучами солнца. Смотрите, какой красавец, а? Кстати, порезал был палец жестко. Закрутил, замотал. Ух-ух-ух-ух-ух. Смотрите, какой. Корона какая. На 4, на 6 суков. Такой громадный рог. Смотрите, видите, алая розетка. Буквально на днях сбросил. Возможно, вчера. Ну, или сегодня рогу. Буквально пару дней. Такой красавец. Солнышко засветило. И вот он так переливается. Такой очередной красавец. Ребят, еду на машине, остановился возле дороги. Пойдемте покажу прикольчик. Буквально сколько у нас здесь? 20 метров. Да, я думаю, даже меньше. Смотрите, как круто и как все-таки может повести. Вот сбоку зеленочка, пожалуйста. Проездная дорога. Как люди не заметили, я не знаю. Смотрите, какой. Ну, я не скажу, что он свежий, на днях. Вот, ну, вот такой рог. Прям очень круто, повезло. Супер. Погодка просто фантастическая. Солнышко, правда, ветрено. Смотрите. Прям на поле, на зеленочке лежит еще один большой рог. Здесь он, конечно же, его обломал. Драться, видимо, любил. Но... идем вперед, ребята. И как вы успели, смогли догадаться, это пара. Я все-таки добрал пару. Вот она, моя первая пара рогов. Видите, какой большой штык он обломал. Вот какой большой, громадный рог, вон он его сломал. Но тем не менее, вот. Какая замечательная пара, погодка, смотрите, все зеленеет, на небе ни единой тучки, и вот такие замечательные трофеи, супер! Новый день, новые походы и новые находки. Забрался в массив, и смотрите, что лежит, вот такая классная лосиная четверка. Ох, такой прошлогодний рожок. Немного маленько подзеленел, но еще на качество это абсолютно не влияет. Рог большой, масявенький. Так, ну давай-ка я тебя сейчас установлю. Не хочет, ну ты даешь. Так, кое-как установил, потому что рог реально большой. Вот такой красавец. Ну и упал. Ну ничего, сам факт. Был довольно большой перерыв, и долгое время я ничего не находил. Однако... как говорят, кто ищет, тот всегда находит. Небольшенькая лосиная душечка. Вот она. Свеженький рожок. Этого года. Вот нам попалось. Вот. Но это, конечно, лучше, чем ничего. Нахожусь я вот по краю вырубки. Вырубки. Иду, значит, и думал, конечно же, здесь однозначно прошли. Но не тут-то было. Вот такая душечка нам попалась. Красота. Прошло минут 10, вышел вот на такой поросший выруб. И смотрите, какой громадный лежит рог лося. Это один из самых больших рогов, которые я находил в этом сезоне. Хоть и 4 отростка, ребята, но посмотрите, какой. Какой он громадный. Я вот держу на всю вытянутую руку, к подбородку практически телефон, и он не помещается в кадр. Вот это рожина, вот это класс, вот это эмоции. Ходил, может, не знаю, недели две, ничего найти не мог, а здесь вот прям за поход, смотрите, какая розетка, просто жесть, громада, опа, вот такая четверка, ребят, отправляется в копилку, не знаю, судя по всему, если рог прошлогодний, здесь никто не ходил, поэтому похожу, попытаюсь добрать пару, а вдруг. Один рог маленький у меня в рюкзаке, четверка привязана к рюкзаку, но не просто так я решил поставить рюкзак на землю. Пойдемте вперед. Это, скорее всего, рекордсмен этого сезона по размеру, по объему и по мощи. Просто, ребят, посмотрите, какая рожина. Какой это
громаднейший рог. Да, 100% больше всех. Фух, рог этого года. Если честно, ребята, у меня сердце сейчас выскочит из груди. Я даже не могу его показать вам полный размер. Это, я не знаю, конечно, что-то с чем-то вес. Ребят, я думаю, 4,5, ну не под 5, конечно, пятерку он не весит. Но то, что под 4,5 килограмма, это факт. Я таких еще рогов не то что не находил, я таких не видел никогда в жизни. Я даже никогда не мог подумать, что у нас, у меня в районе есть вот такие звери громадные, с такими громадными рогами. Давайте еще разок посмотрим. Просто порадуйтесь вместе со мной. Это космос, конечно же, да. Покажу я здесь, побегаю, посмотрю, может быть, доберу до пары. Может быть, но не факт. Но если, конечно же, доберу, обязательно все покажу. Апрель, уже грибы растут, а мне не до грибов. Опять нахожусь в поисках. За грибами я поеду. Дня через 3, смотрите, вдали виднеются штучки. Практически прошел рядом и обнаружил прошлогодний рожок оленя. Вот он, смотрите, уже тепло. Ох, ну хороший, да, прошлогодний рожок. Немного, маленько подзеленел. Вот, ничего, замечательная находка. Нашел довольно перспективное место на грибной сезон по росту подосиновика белоножкового. Вот молодые ели, молодая березка. Вот, ну и также вместе с новым местом я обнаружил очередной трофей. Такой свежий оленьий рог. Классный, увидел издали. По торчащим вот таким сукам белым. Вот они очень на солнце светят, очень манят и очень радует, когда ты обнаружишь вот такие трофеи. Супер, очередной красивый вот такой оленьий рог отправляется в копилочку. Что за день сегодня фантастический. Значит, вот лежат два рога, которые собрал, ну, буквально за час назад. Иду, смотрю вперед. А у нас-то здесь лежит еще один. А у нас-то здесь, ребят, еще один красавец рог. Но это не все. Идем вперед. А у нас-то здесь очередная пара. А у нас, ребята, вот такая суперская пара. Никогда мне не удавалось найти вот прям 5 метров. Да, на поле я находил. Там разница, ну, разбежка тоже была метров 20, правда. Вот, но я в шоке, мне же путаются слова, что сказать. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху, какая красотища, какая, какое везение сегодня. Это просто что-то с чем-то выломал, видите, выломал. Вот такая красопетовская пара рог. Никогда за один поход не находил 4 рога. 3 находил, да, согласен. Ну, чтобы найти 4 рога, одна из которых пара, мне еще не удавалось. Но день еще не закончен. Может быть, еще что-нибудь и повезет. Фух. Погодка просто шепчет. Но я приглашаю вас в свой пока еще недостроенный дом для того, чтобы показать результат сезона 2023-2024 разбору рогов. И вот сколько трофеев мне подарило новое хобби. В первый ряд я выложил такие прям самые масявые рога. Как вспомню эмоции, просто ух. Вот также у меня парные рожки, несколько рогов с прошлого сезона. Но вы знаете, это довольно скромный результат по сравнению с теми, кто собирает их профессионально. Я же собираю всего лишь год, ну и считаю, довольно неплохой результат. Вот эти трофеи к сбору никакого отношения не имеют. Они мне достались в наследство от моего отца, и которые очень хорошо украсят одну из комнат. Вот, сезон окончен, и я хочу пожелать вам побольше везения и максимального количества положительных эмоций от любого сбора. Сезон сбора грибов не за горами, поэтому надолго я с вами не прощаюсь. Лайк, подписка по желанию, комментарий ваше право. Вам всем благ и до новых встреч!